И всем привет, друзья! С вами я, Обновгеймер, и сегодня мы продолжаем жвать на одном блоке. Как обычно, фигня всякая попадается. Это какой-то сломанный один блок. Вода для меня уже не нужна. То есть вода уже не нужна. Но я все уже валю вот сюда вот. Так. Ё-моё. Не, я думаю, это видео... я думаю, это видео будет... на это... на 30 минут, так как я моды забыл это... включить. Так, по идее, сейчас будет обновление. Так, 21 бревно. Так, мне кажется, или сюда кто-то забрался. Никого. О! А теперь уже обновился этот. Как надо, вот это вот. Возможно, это все было из-за моих модов. Но кто знает. Ну, вот тебе свинья, еще один свинячий друг. Мне кажется, IQ, как у той свиньки из второй части одного блока. Ну, старые типа. Помню, меня еще там крипер подорвал. Ну, не совсем меня, а вот мой участок. Так, а как этот чувак вылезет отсюда? Так, у меня уже 8 уровень. Я, кстати, если вы нашли мухомора и грибной биом, то вам очень повезло, потому что, во-первых, это вы можете сделать бесконечный источник тушеных грибов, а во-вторых, вы сможете сделать бесконечный источник молока. Корова уже куда-то полезла. Я выиграл в гляделке.
Свинья, а ты там как оказалась? Они мне уже не нужны, вот эти вот яйца, потому что у меня их очень много. Ну да, я опять не могу перепрыгнуть через забор. По сути, нужно сделать ковер. Ковер уже нужен для того, чтобы подниматься на эти заборы. Я видел лайфхак, по идее оно должно сработать. Как говорится, я Конор, я проверю, как это работает на самом деле. Так. Да, это работает. В принципе, после того, как я установлю, то есть поставлю свою модель обратно, это уже мне не пригодится. Ну, зато ковер сделаю. Хоть что-то полезное. Не знаю, чем ковер, конечно, полезно, но ладно. Зато красивее моя хата будет. И вот это вот все набралось за, не знаю, где-то 3 часа. А, стоп. Я прыгаю как это. Как нубы из вот типа Майнкрафт, но типа Роблокс. И кстати, если вы не знаете, как поиграть в этот Майнкрафт, но типа Роблокс. Ну, типа Roblox, ой, наоборот, Майнкрафт в Роблоксе, то просто видите Майн. И вам откроется Майнер, это еще что-то. Короче, все слова на Майн и там еще наподобие Майнкрафта. Но для начала я вот хочу вам показать, как сделать так, чтобы проверить, сохраняется ли ваш инвентарь, когда вы ходите, или нет. Просто вот добывайте эту землю, ну, если у вас там будет земля. Если же ее не будет, то копайте что-нибудь другое. Потом выходите и заходите в игру. Если у вас все есть на том же сервере, на котором вы вышли, то значит вам нужно выйти на другой сервер и там уже проверять, потому что иногда у меня уже это было. И в основном это были такие вроде бы плохие игры, донатные. Только я вот не понимаю, почему мне сразу даются по две курицы? Походу, разрабы хотят сделать, чтобы когда копал с назрительной лопатой, они сделали куриную бомбу. Если вы не знаете, как ее сделать, то просто спавните на один блок этих курей. Но не на этот один блок. Просто поставьте блок в небе. Там сделайте такую перегородку и уже спавните куриц. Потом, когда вы наспавнили достаточно, просто ломайте этот блок, на котором они стоят, и все. Это будет куриная бомба. А вообще, среди вас есть лауды? Ну, да, это типа те, которые знают игру. Ну, все об игре знают. Ну, я вроде бы наполовину лут. Я вот когда новая версия выходит, это не привыкаю к ней, перехожу на старые версии. То есть на эти вот.
Так, а на телефоне у меня 1.19. А что, так можно было, что ли? Так, бирюзовые листья, что из них можно сделать? Ё-моё, я забыл, я молот не установил. То есть, я его, типа, установил, но, типа, он у меня не работает. Ну, типа... Я все переложил в папку моды. Уже 16 яиц. Кстати, на фоне рабочего стола у меня был фон кое-какой игры, которую я разрабатываю, то есть хотел разрабатывать. В принципе, когда я освою программирование, я попытаюсь эту игру сделать. Как я уже говорил, эта игра будет в стиле Марио. Если вы не ауды, то вы не шарики. То есть, нет, ну, ауды моего канала, в смысле. Надо положить березовые саженцы. Ё-моё, что у меня тут творится? Мне кажется, это ролики самые глупые, потому что они просто прыгают в пустоту. Тем временем, когда коровы и всякие другие мобы, они не идут туда. Они даже боятся туда идти. Вроде бы из этого можно было что-то сделать. Сладкие ягоды, мне уже некуда их ложить. Ой, ё-моё, зачем я их выбросил? Главное, чтобы никто не съел их. Я хочу сделать самый большой источник дерева, поэтому я сделаю вот так вот. Тут, по сути, должно вырасти очень огромное дерево. Да тут, в принципе, все это очень огромное дерево. Мне уже некуда ставить это. Ставить деревья. У меня уже это стало огромным деревом, на которое я потрачу несколько топоров, чтобы добыть все это дерево. И получу несколько стаков. А несколько это очень много будет. И, кстати, еще одна причина, почему нельзя убивать овец в Майнкрафте. После того, как вы покрасили овцу, забрали у нее шерсти, и она съела это траву дерн, то есть, то она сделает тот же самый свет, что вы ей делали. Блин, вот бы бирку сейчас. Я бы сделал дайнербон или джеб. Джеб это типа радужное что-то. В этом радужная овца. А дайнербон это... Это... Оно переворачивает всех мобов, которые вы видите на своем пути. Рыбий какой-то звук был, а вроде бы нет.
Ну, в основном тут есть звуки. Это только от моего этого. Вот этого вот зоопарка. Не дошло от Иллинойс никуда делают. О, первая курица. Только одна курица шоль. То есть мне в Mighty Monsters так везло, что сначала я вывел это ужаса, потом вывел Гуджуба, потом Савахуша. А тут мне нифига не везет, значит. Мне кажется, это уже это картоха выросла. Да, картоха, когда становится такой, она выращивается. А ты что тут забыла, овечка? Так, коровы сюда не идите, тут авария. Идите сюда. Все, овцу не трогайте. Да ё-моё, дайте мне просто посадить нормально. Блин, у меня все забито мухоморами, особенно коровами. Свиньями и курицами. Кстати, а если вы у меня в списках друзей, вы Mighty Monsters, то думаю, вы оцените вот ту скорость, что я поставила. Она довольно крутая, по моему мнению. Особенно Гуджуб. И этот. И Зубалист, они круто поют на замедленном времени. Так, сейчас по сути обновляться будет. Тут уже и курица хочет пожариться. Опять. Блин, я вспомнил те времена, когда свинюха хотела пожариться, а сейчас курица жарится. Чё вы тут забыли? Вот бы сделали Forge Fabric Opt Fine. Потому что я типа хочу, чтобы это у меня не было стаков, у меня бесконечно делалось. Да, я знаю, это немного читерно, но все же. У меня оно так выстроилось, как будто это сфера какая-то. Квадратная пока что. И, кстати, когда я играл в типа Майнкрафт, но в типа в Роблокс, это у чувака было столько много камня, что из него сделалась сфера. Прям как тут. Примерно такая, но это все заменилось на камень, и она была по-другому немного.
Стоп, еще ж привет, сухи, да, надо скачать. Кстати, это... мне снимать привет, сосед, или нет? Вы можете написать в комментариях, если мне их откроют. А то это... Помните же те времена, когда... это... Когда у меня были закрыты комментарии... Чё она чёрной стала? О, мясо. Теперь они прыгают на моей кровати. А дальше что? Точно, я же мясо хотел взять. Обменялся с овечкой на ресурсы. Блин, они мне мешают. Ой, ё. А эти будут мешать еще больше. Главное, чтобы они огород мы не поломали. Так, ну по сути они не должны пройти. Как говорится, ты не пройдешь. А! А, я помню, как раньше они ломали дверь на старой версии. Ты что, слиться с мобами хочешь? Так, выйдите отсюда. Зомби. Оп. Ну, вот типа такой сферы было. Только она была немного приплюснутой. Ну ё-моё, за что мне это? А, да, как он прошел? Хотя уже яйцами в него подъедаться. Так, мне нужна еда. Тушеные грибы для этого как раз подойдут. Ну, если мне понравится привет сосед, то я его буду снимать. You mine total of one total box. Буду копать дальше. О, наконец-то первое перо и первое железо. Ну, то есть за этот уровень первое слез. А, так тут перья были уже. А может это от курицы было? Опять кролики.
Так, ну, в принципе, нормально, но... Ё-моё, почему вы все лезете в мой дом? Вот, наконец-то разошлись. В принципе, нормально. Только у меня уже нет места. Для всего, чего можно положить. Ну ладно, я в свой отдел положу дерево, дерево и дерево. Кто-то может сказать, березовые листья, это уже не дерево. Ну, это типа часть дерева. Конечно, не дерево, но часть дерева. Итак, что я хочу сделать? Я хочу сделать вот так. Как оно делается? О, я хочу сделать люки. Сейчас узнаете для чего. Копаем здесь. Возможно, вы уже догадались. Так как эти мобы лезут, куда им не надо, я буду делать вот так вот. А двери я уберу. На свинья так, что могу сюда пробраться. Или нет? Ну ладно, если кто-то попытается пробраться в мой дом, и мне поздоровится. Ладно. Управление довольно... Это... Ну вот у этой двери немного... Так. Чего? Типа свиньи забираются сюда, но они не могут пробраться. А, точно. Вы можете спросить, но почему же я не складываю вещи? О, вот мой мусорный отдел. Ну ладно, продолжаю копать. Да вы с этого упали. Овцы тут туда-сюда ходят. Еще вот эти вот ходят туда-сюда. Если что-то, я и не вон зритель. Стоп, а сколько у меня с собой? 7 камня. То есть это все было 7 камня. Ё-моё, а вот паук. Надо бы сделать огородку, чтобы эти не лезли. Вроде бы кроличья лапа очень редкая. Ну ладно, мне пофиг. Хоть она редкая, но мне пофиг. Да дайте уже пройти.
Я поставлю дверь. Так, пройти все уже можно. А вот мне понадобилась вода. О, ну наконец-то бесполезные эти мобы вытянулись. Ну, вы можете сказать, но они же полезные. Но у меня уже есть мобы, и они мне все дают. Да ё-моё. Вот чупа она стянулась. Все, кто пытается сюда зайти, я буду делать то же самое с ними. Кроличья шкурка. Она вообще редкая. Для не понял, где я сюда бросал, гляну. Ладно, пофиг, сделаю еще одну. О, вот так вот будет получше. Так, я не понял, куда она тогда пропадала? Ну ладно, а пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.